Запах мандаринов и вкус шоколадных конфет. Шуршание подарочной бумаги и красавица-елка. С этим традиционно ассоциируются декабрьские праздники. Уже на протяжении многих лет в преддверии торжеств ребята собираются на новогодние утренники. Доброй традицией стали социальные елки для ребят с особенностями развития, детей-сирот и из малообеспеченных семей. Сегодня администрация Ленинского района традиционно уже проводит новогодний праздник. Этот новогодний праздник и новогодний спектакль для детей сирот, для детей с особенностями развития и для детей из малообеспеченных семей. Их всего у нас в районе 546. И мы считаем, что именно такие детки нуждаются в особом внимании и заботе. Непосредственную помощь в проведении праздника оказывают организации и предприятия города. Благодаря им каждый из маленьких гостей не остается без новогоднего подарка. Не остаются в стороне и представители районной организации «Белая Русь». Вообще Новый год – самый большой праздник для наших детишек. Мы хотим им создать хорошее настроение. Мы хотим им передать положительную энергию. Мы хотим им отдать немножко кусочек нашего счастья и радости. В этом году артисты Брестского академического театра драмы пригласили юных зрителей и их родителей в увлекательное путешествие в страну мультипультия, где сказочные герои уже вовсю готовятся к празднику. Но проказники Лиса, Алиса и кот Базилио пытаются помешать его проведению. Зрители с интересом наблюдали за тем, как Снегурочка и ее помощники пытаются спасти Новый год. Постановка очень интересная, необычная, очень как неожиданно, что такой замок, там такие персонажи, обычно что Дед Мороз, там какие-то лесные сказочные персонажи, то мульти. Очень интересно, нам понравился. Мы, конечно, каждый год приходим на вечер благотворительный. Большое спасибо вам за администрации и всем спонсорам за столь хорошую организацию этого праздника. Надеемся, что в дальнейшем тоже все будет также благополучно организовано. Но самое важное – это блеск в детских глазах. У каждого из малышей есть свое, самое заветное новогоднее желание, которым они обязательно поделятся с главным седовласым волшебником Дедом Морозом. И хочется верить, что они обязательно сбудутся. С Новым годом! Здравствуй, Дедушка Мороз! Он из леса мимо ходу, елку нам пьешь. На векушке выше веток загорелась, так всегда самым ярким, жалким светом потекла звезда. Евгения Мороз, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.